В Апатитах преступник напал на пожилого мужчину. По неизвестным причинам потерпевший обратился в полицию только спустя неделю. Тем не менее, злоумышленника нашли. Подробности в следующем сюжете. Поздний вечер. Темный двор неподалеку от злачного заведения. Удачное обстоятельство для совершения преступления. Апатичанина 70 лет преследовал ранее судимый молодой человек и возле дома напал. Толкнул его в спину, сделал ему подсечку, нанес лежащему на земле потерпевшему несколько ударов, после чего, значит, обыскал одежду, находящуюся на потерпевшего, похитил мобильный телефон Samsung и денежные средства. Потерпевший обратился в полицию спустя неделю, но сотрудники уголовного розыска на основе личного опыта по приметам и почерку совершенного преступления сразу определили подозреваемого. Был задержан, допрошен, дал признательные показания. В ходе обыска в жилище подозреваемого был изъят мобильный телефон. Денежные средства, значит, грабитель успел потратить на продукты питания и спиртное. Материальный ущерб оказался не так страшен, как вред, причиненный здоровью. Из-за падения пенсионер получил несколько сложных переломов, включая оскольчатые. После того, как будет судебно-медицинская экспертиза проведена, скорее всего, дело будет переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, и уже обвиняемым, подозреваемым будет предъявлено обвинение в разбойном нападении. Если вы стали жертвой преступления, не ждите дня и даже часа, незамедлительно обращайтесь в полицию. Это в разы увеличивает шансы поймать преступника. Дежурная часть работает без выходных.